Надежда Васильевна, микрофон выключите. Надежда. Царю небесный, утешителю души истины, и же везде сы, и вся исполняй сокровища благих, и жизнеподателю принеслися вны. И очищены от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Господи, благослови наши занятия, не дай уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания. Сохрани нас в любви, согласии, единомыслии по слову Твоему. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Что ж такое? Ты не слышишь, почему? Сергей. Звука нет никакого. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Евангелие от Иоанна. Предисловие. Сила Духа Святого, как написано 2 Коринфянам 12:9, и как веруем, совершается в немощи. В немощи не тело только, но и разума, и красноречия. Это видно как из многого другого, так особенно из того, что благодать показала на великом богословии братья Христовом. Отец у него был рыболов. Сам Иоанн занимался тем же промыслом, каким и отец. Он не только не получил греческого и иудейского образования, но и вовсе не был учен. И как замечает о нем божественный Лука в Деяниях 4:13. Да и отечество его самое бедное и незнатное, как местечко, в котором занимались рыбной ловлей, а не науками. Его произвела на свет Вифсаида. Однако ж, смотри, какого духа получил этот неученый, незнатный, и ни в каком отношении незамечательный. Он возгремел о том, чему не учил нас никто из прочих евангелистов, так как они благовествуют о воплощении Христовом, а о предвечном его бытии не сказали ничего довольно ясного и наглядного, то угрожала опасность, что люди, привязанные к земному и не могущие помыслить ни о чем высоком, подумают, что Христос тогда лишь начал свое бытие, когда родился от Марии, а не родился от Отца прежде всех веков. В таком заблуждении, как известно, впал Тамасавский Павел. Посему великий Иоанн возвещает о горнем рождении, не преминув, впрочем, упомянуть и о воплощении слова, ибо говорит, и слово стало плотью. 1 глава 14 стих. Иные говорят, что православные и просили его написать о горнем рождении, так как в то время появились еретики,
учившие, что Иисус был простой человек. Говорят также, что святой Иоанн, прочитав Писание прочих евангелистов, подивился истинности их повествования обо всем и признал их здравомыслящими и не сказавшими ничего в угоду апостолам. Впрочем, о чем они неясно сказали или совершенно умолчали, то он распространил, уяснил и прибавил в своем Евангелии. В своем Евангелии, которое и написал в то время, как находился в заточении на острове Патмос, спустя 32 года по Вознесении Христова. Иоанн был любим Господом более всех учеников за его простоту, кротость, добродушие и чистоту сердца или девства. Вследствие такого дарования ему верено и богословие, наслаждение таинствами для многих незримыми. Ибо блаженны, сказано, чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Матфея 5:8. Иоанн был и сродник Господа. А как? Слушай, Иосиф, обручник Пречистой Богородицы, имел от первой жены 7 детей. 4 мужеского пола, 4 женского. Марфу, Есфирь и Соломию, всей это Соломии, Иоанн был сын. Таким образом, оказывается, что Господь был ему дядя, так как Иосиф – отец Господу, а Соломия – дочь этого Иосифа, то Соломия приходится сестрою Господа, а посему и сын ее, Иоанн, племянником Господа. Быть может, не неуместно разобрать имена матери Иоанна и самого евангелиста. Мать, называемая Соломию, означает мирную, а Иоанн – благодать ее. Итак, пусть всякая душа знает, что мир с человеками и мир от страстей в душе становится матерью божественной благодати и порождает ее в нас. Ибо душе, возмущаемой и ведущей борьбу с прочими людьми и с самой собою, неестественно удостоится божественной благодати. Нам представляется еще одно дивное обстоятельство в этом евангелисте Иоанне. Именно, он один только, а матерей, оказывается, у него 3. Родная Соломия, Гром, ибо за великий глаз Евангелия он сын громов, Марка 3:17, и Богородица, ибо сказано, все матерь твоя, Евангелие от Иоанна, 19 глава, 27 стих. Вопросы? Итак, Евангелие от Иоанна, 1 глава, 1 стих. В начале было слово. Толкование. Это ради немощи слушателей, дабы мы с самого начала, услышав о сыне, не помыслили о страстном и плотском рождении. Для того назвал его словом, чтобы ты знал, что как слово рождается от ума бесстрастно, так и он, Христос, рождается от Отца без страха. Еще. Назвал его Словом, потому что он возвестил нам о свойствах Отца, подобно как и всякое слово объявляет настроение ума. А вместе и для того, чтобы показать, что он совечен Отцу. Ибо как нельзя сказать, что ум бывает иногда без слова, так и Отец и Бог не был без Сына. Иоанн употребил это словосочетание потому, что много есть и иных слов Божиих, например, пророчества, заповеди, как и сказано об апостолах, крепкие силою исполняющие слово его, Псалом 102:20, то есть повеление его, но, собственно, слово есть личное существо.
И слово было у Бога. Толкование. Здесь евангелист еще яснее показывает, что сын совечен отцу. Дабы ты не подумал, что отец был некогда без сына, он говорит, слово было у Бога, то есть у Бога в недрах отеческих. Ибо предлог «у» ты должен понимать вместо «с», как и в ином месте он употреблен. Не братья ли его и сестра его в нас суть, то есть с ними живут. Марка 6.3. Так и здесь. У Бога. Понимаем, место был с Богом. Вместе с Богом в его недрах. Ибо невозможно, чтобы Бог когда-либо был без слова или премудрости или силы. Посему мы веруем, что Сын, как Он есть. Посему мы веруем, что Сын, так как Он есть Слово, премудрость и сила Отца, 1 Коринфянам 1:24, всегда был у Бога, то есть был современно и совместно с Отцом. И как же скажешь, Сын не после Отца? Научись от вещественного примера. Сияние солнечное не от самого ли солнца? Так точно. Уже ли оно позднее солнца? Так что будто бы можно представить себе время, когда солнце было без сияния. Нельзя. Ибо как оно было бы и солнцем, если бы не имело сияния? Если же так мыслим о Солнце, то тем более должны так мыслить и об Отце и Сыне. Заметь также, что этим выражением опровергается и Савелий, Левиянин. Он учил, что Отец, Сын и Дух – одно лицо, и что это единое лицо в одно время являлось как Отец, а в другое – как Сын, а в иное – как Дух. Так пустословил сын отца лжи, исполненный духа лукавого. Должно веровать, что сын сы, сияние отца, как говорит Павел, Евреям 1:3, всегда блистает месяц отцом, а не позднее его. И слово было Бог. Толкование. Видишь ли, что и слово Бог. Итак, да устыдятся и Арий, и Савелий. Арий, называющий Сына Божия созданием и тварью, да посрамится тем, что Слово вначале было и было Богом. А Савелий, не принимающий троичности лиц, но единичность, да посрамится тем, что Слово было у Бога. Значит, у Отца и Сына едино естество, как и едино божество. Например, чтобы мысль изложить яснее, Петр и Павел суть иной и иной, ибо два лица, но не иное и иное, ибо у них одно естество – человечество. Также должно учить об Отце и Сыне. Они с одной стороны иной и иной, ибо два лица, а с другой стороны не иное иное, ибо одно естество – божество. Вопросы? Идем дальше. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 2 стих. Оно вначале было у Бога. Толкование. Сей Бог Слово никогда не отделялся от Бога и Отца. Том 1 мы читаем Нового Завета. Страница 518. Евангелие от Иоанна, 1 глава. Итак, Евангелие от Иоанна, 1 глава, 3 стих. «Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Толкование.
Не считай, говорит, слово разваливающимся в воздухе и исчезающим, но почитай Творцом всего ума представляемого и чувственного. Ибо стоя в храме, он учил об отце своем, как и сам говорит: «Я открыл имя твое человеком». Евангелие от Иоанна, 17 глава, 6 стих. Так, секундочку. Кому эти действия приличны, отцу или сыну? Все сыну, ибо он в учении возвестил имя отца. Сказав это, блаженный Давид присовокупляет и то: «Вначале ты, Господи, основал землю и небеса, дело рук твоих. Все через него начало быть». Моисей, говоря о видимой твари, ничего не объяснил нам о тварях умопостигаемых. По элику евангелист сказал, что слово сотворило все, то дабы кто не подумал, что и Духа Святого оно же сотворило, прибавляет: все тем было. Что же все? Сотворенное. Как бы так он сказал, что не есть в сотворенной природе, все это получило бытие от слова. Посему хитрое умозаключение Порфирия язычника распадается само собою. Он, пытаясь неспоровергнуть Евангелие, употреблял такое разделение: если Сын Божий есть Слово, то или произносимое, или внутреннее Слово, но Он ни то, ни другое, следовательно, Он не есть Слово. Но Дух не принадлежит к сотворенной природе, посему Он не от Него и бытие получил. Вопросы? Всем. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 4 стих. В нем была жизнь, и жизнь была свет человека. Толкование. Евангелист называет Господа жизнью, как потому, что Он поддерживает жизнь всего, так и потому, что Он подает жизнь духовную всем разумным существам. И светом, не только чувственным, сколько умным, просвещающим самую душу. Не сказал, что он свет одних иудеев только, но всех человеков. Ибо все мы люди, так как получили ум и рассудок от создавшего нас слова, называемся посему просвещаемыми от него. Ибо разум, данный нам, по которому мы называемся разумными, есть свет, руководящий нас в том, что должно и чего не должно делать. Вопросы? Евангелие от Иоанна, 1 глава, 5 стих. «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Толкование. Свет, то есть Слово Божие, светит во тьме, то есть в смерти и заблуждении. Ибо он, и подчинившись смерти, так преодолел ее, что принудил ее изблевать и тех, которых она прежде поглотила. И в языческом заблуждении сияет проповедь, и тьма его не объяла, ни смерть не преодолела его, ни заблуждение.
Ибо свет этот есть Слово Божие непреоборим. Некоторые тьмою считали плоть и земную жизнь. Слово сияло и тогда, когда стало во плоти и было всей жизни. А тьма, то есть противоположная сила, искушала и преследовала свет, но нашла его неодолимым и непобедимым. Тьмою называется плоть не потому, будто она такова по естеству, да не будет, но по причине греха. Ибо плоть, доколе управляется законом природы, не имеет решительно никакого зла. Но когда подвигнется за предел природы и служит греху, становится и называется тьмою. Вопросы? Евангелие от Иоанна, 1 глава, 6 стих. «Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн». Толкование. Евангелист говорит о предтече, что он был посланный Богом, то есть послан от Бога. «Ибо лжепророки не от Бога. Когда слышишь, что он послан был от Бога, то знай, что он ничего не говорил от себя или от людей, но все от Бога. Посему и называется он ангелом, Матфея 10.11, Малахия 3.1, а преимущество ангела – ничего не говорить от себя. Слыша об ангеле, не подумай, что Иоанн был по естеству ангел или сошел с небес. Он называется ангелом по делу и служению, так как он послужил проповеди и предвозвестил Господа, что за сие назван ангелом». Вопросы. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 7 стих. «Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него». Толкование. Неужели же все и уверовали через него? Сколько от него зависело, он свидетельствовал для того, чтобы всех привлечь. А если некоторые не уверовали, то он не заслуживает порицания. И солнце затем восходит, чтобы всех осветить. Но если кто, запершись в темной комнате, не пользуется лучом его, то уже ли в этом виновато солнце? Вопрос. Евангелие от Иоанна 1:8. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Толкование. Светом мы можем назвать каждого из святых, но светом большой буквы в данном значении не можем назвать. Например, если кто тебе скажет: «Иоанн, есть ли свет?» Согласись, если же спросит так: «Уже ли Иоанн есть он и свет?» Скажи: «Нет, ибо сам он не есть свет в собственном смысле, но свет по причастию, имеющий сияние от истинного большой буквы света Христа». Вопросы. Евангелие от Иоанна 1:9. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Толкование. Сколько зависит от него самого, он просвещает всех. Ибо скажи, пожалуй, разве не все мы разумны? Разве не все по природе знаем добро и противно ему? Разве не имеем способности через размышления о тварях познавать Творца? Посему разум, данный нам и наставляющий нас природою, который и называется законом естественно, может быть назван светом, данным нам от Бога. Если же некоторые худо воспользовались разумом, те сами омрачили себя.
Этим он не спровергает ересь Фатина и Павла Самосадского, утверждавших, что единородный тогда получил бытие, когда родился от девы, а прежде всего не существовал. И ты, арианин, не признающий Сына Божия истинным Богом, слушай, что говорит евангелист, вет истинный. И ты, манихей, говорящий, что мы созданы злым творцом, слушай, что свет истинный просвещает всякого человека. Если злой творец есть тьма, то он не может никого просвещать. Вопросы? Евангелие от Иоанна, 1 глава, 10 стих. «В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Но мир его...» Толкование. «Но мир его не познал, то есть худые люди, занявшиеся мирскими делами. Но все святые и пророки познали». Со всех сторон доказывает, что он творец, отстраняя в одно время и безумие Манеса, говорившего, что все произвел злой творец, и безумие Ария, называвшего Сына Божия тварью, а вместе и всякого человека, приводя к исповеданию Творца, научая не служить тварям, но поклоняться Создателю. Вопрос. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 11 стих. «Пришел к своим, и свои его не приняли». Толкование. Здесь евангелист, очевидно, ведет речь о домостроительстве спасения во плоти. И весь порядок мысли такой. Свет был истинный в мире, без плоти, и не был познан. Потом пришел к своим с плотью. Под своими ему можешь разуметь или весь мир, или иудею, которую он избрал, как долю наследия, как участок и собственность свою. Будучи, говорит, своими ему, не все приняли его, ибо Господь не привлекает никого насильно, но предоставляет на собственное усмотрение и произвол. Вопросы? Евангелие от Иоанна, 1 глава, 12 стих. «А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими». Толкование. Тем, которые приняли его, рабы ли они или свободные, отроки или старцы, варвары или греки, всем дал власть соделываться чадами Божьими. Для сохранения чистоты недостаточно креститься, но нужно много старания, чтобы сохранить неоскверненным образ сына положения, начертанный в крещении. Посему многие, хотя и приняли благодать сына положения через крещение, но по нерадению не пребыли до конца чадами Божьими. Иной, быть может, скажет и то, что многие принимают его через веру только, например, так называемые оглашенные, но не соделались еще чадами Божьими. Впрочем, если захотят окреститься, имеют власть удостоиться и этой благодати, то есть сына положения. Иной скажет еще и то, что хотя мы через крещение получаем благодать усыновления, но совершенство получим в воскресении. Тогда надеемся получить
совершеннейшее усыновление. Так и Павел говорит, усыновление ожидаем. Римлянам 8:23. Посему евангелист этот не сказал, что тех, которые приняли его, он сделал чадами Божьими, но дал им власть поделываться чадами Божьими, то есть получить эту благодать в будущем веке. Вопросы? Вопрос можно? Да. Вот о власти здесь, как это вот понимать-то? Вот написано, верующим во имя Его дал власть быть чадами Божьими. То есть, что это за власть, какая власть? Как бы тут толкование говорит как бы о власти законоположения, то есть, как бы власть быть сынами Божьими. Но более подробно, как понимать эту власть? Вот что, власть, она же дана для чего-то? Власть – это определенная сила, правильно? Вот есть вот органы... там, допустим, милиция или там кто-то, да, у них есть власть. Это определенная сила. Как вот нам понимать здесь вот это вот понимание? Дал нам власть быть чадами Божьими. То есть, как бы побеждать сатану, побеждать дьявола, то есть, это власть. То есть, быть сынами Божьими, как бы, да, побеждать тьму сатанинскую. Как вот, как понимать? Грех и все, как бы, тоже, да, можно здесь... под властью, разумеется, что побеждать грех властью. Ну, вот такой вопрос о власти, если кто может что-то еще добавить. Ну, мне как кажется, что возможность быть чадами Божьими дал, которым веруют, возможность в будущем веке. Под словом «власть» я вижу слово «возможность». Но опять же, вот сектанты поют там, баптистские песнопения, мы дети Божии, мы всех счастливее на всей земле. Вот. Как бы и на земле дети Божии, христиане, Христос Бог, мы христиане, и Он нас называет друзьями, рабами, детьми. Вот. Поэтому, ну, власть, да, определенная власть над грехом. Верующие Сына Божия. Имеет жизнь вечную, а неверующий не увидит жизнь вечную. Имеет, но сейчас же он не живет вечно, будет наступить смерть плоская. Имеет возможность жить тебе вечно, кто принял Христа как Бога своего. Игнат Тихонович, вам слово, может я что-то не так понимаю. По земному нужно сначала рассудить, если Господь дает власть кому-то, то обязательно дается сопроводительный документ, чтобы ему все помогали. Это было особенно в революцию. Особый бланк, печать, и где бы кто ни был из этой власти, все обязаны, все силы бросить, чтобы помочь ему. Вот он дал эту власть, которой сегодня пользуются только те церкви, которые имеют истинное рукоположение. Какая власть царя? Ну, самая большая, обыкновенная, там, что-то дать, это другое дело. Амнистия. Только вот сейчас выпустили, недавно говорили, Путин подписал указ, и его выпустили мужчины, он дальше интервью дает, на него там напали, где он жил, и он ножом их порезал. За него все заступились, и вот власть. Другой человек не имеет этой власти. Но здесь дал власть чадами Божьими. Речь идет и о загробном мире, куда душа уходит. Вот поэтому церковь издает каноны. У сектантов нет ни у кого. Это, они даже понятия об этом не имеют. Я говорю, а иудеи имеют? Нет, не имеют. Вот здесь, кто он, этот Кременецкий какой-то, прислали его здесь. Он говорит, а у нас такой власти нету. Господь говорит, кому простить и проститься. Это дети царя только могут. Интересно, в житиях рассказывается, там был какой-то большой храм у язычников. И сколько не обращались, чтобы закрыть его. А это важное дело, когда негде собираться. Никак. И вот молодого императора, у Феодосия сын, после крещения идет, это уже обдумали эту операцию. И его везут после крещения. Ну, все приветствуют и все. А в это время там подсуетились попы и положили на грудь ребенку прошение. Что там они уже написали? И обращаемся к
к новому императору, но он будет дальше-то императором, Аркадий-то. Ну и чтобы закрыли, сломали этот храм. Это может только царь сделать, а царь на это не шел. Царь прочитал, очень удивился. Отказать нельзя. Это мой сын, и значит, у него есть эта власть, называется чадом моим. Значит, первый указ и сразу отменить? Нет. И он дал, и тогда они его разрушили. Они сколько лет бились, чтобы запретить. Никак не получалось. А вот подгадали. И вот это точно так здесь сейчас. Если мы имеем эту власть, конечно, первая власть – побеждать врага. У человека три врага. Если власти не имеет, то ничего с ними не сделает. Власть – это значит все средства, арсеналы. Первый враг наш – посмотри на себя в зеркало. Далее – мир, то есть то, что греховно где-то, и сатана. Я гляжу, что-то погасло. Наверное, вам не слышно. Слышно, алло. Игнатий Тихонович, слышно? Хорошо. Да. Вот эту власть... Камеру включите, Игнатий Тихонович. И этой властью нужно воспользоваться. Если он дал власть быть чадами Божьими, никогда не надо забывать, как нам себя вести. Верующие в Сына Божия, как пишет в первом послании, евангелист Иоанн говорит, они не могут грешить. Смысл не могут, то есть, когда ты имеешь полномочия от Духа Святого, властью, данной мне от Бога, да разрешишься от грехов, у нас священник говорит. И когда он молится, точно так же, даже о мертвых, загробном мире, а земной царь имеет право только убить, но воскресить он его не может, к смерти приговорить. Живому еще может там амнистию дать. А Бог может это. А нам дал власть быть чадами Божьими. Значит, нужно узнать, что именно включается сюда. Это заключать мирные, мировые соглашения между воюющими сторонами. Эта власть дается нам. Это, если человек не знает, он никогда не воспользуется. Я бы мог не простить, столько зла мне сделал человек. У меня сын был, он его убил. Это мы считаем, в Румынии там сидел. Вот он вернулся, когда и пригласили стражника к себе, а он как раз убийца есть. И когда перед ним открыли это истину, он чуть в обморок не упал, за столом сидит. Так что во всех положениях этой властью воспользоваться непросто. А надо узнать, в чем она заключается. Ну, человека призываем к мировому примирению с Богом. С Богом примириться. И когда человек приходит ко крещению, священник крестит, человек разрешается от грехов. Так это один священник? Один, но в его лице все христианство заключается. А мы ежедневно, пользуясь этим, должны понимать, нести благую весть. Пришла амнистия всем людям. Кто будет веровать, будет прощен, будет наречен Сыном Божьим. Иоанн Златоуст говорит, вот представьте себе, лежит дохлая собака. Большое ли дело воскресить ее? Конечно. Тем более, если ты ее любил-то. А вот из собаки сделать человека? Да что тут говоришь? Это невозможно. А вот, ну и дальше перечисляет все. И сделать не просто человека из дохлого пса, а сына царя. Так вот, что с нами сделал Бог? Мы были псы. И хуже псов. И кем он нас сделал? Эту власть дал нам возвещать всему миру, чтобы пришли и примирились с ним. То есть на эту тему много говорят святые отцы, надо власть эту знать. В первую очередь это победить сатану. У меня есть власть наступать, даю власть наступать на змей, на скорпионов, то есть на сатану. 16 глава, 20 стих говорит к римлянам, сокрушится под ноги ваши вскоре. И мы имеем эту власть. Вот сегодня только мне с утра на молитву так остановиться, сразу звонок. И откуда? Собакана, где отец Геннадий? А в чем дело? Да вот только на ролик ваш натолкнулись, и мужу сразу понравилось. Но муж-то непростой. Ее звать Валентина, а он Анатолий. Я записал даже. Он запился. Мы сразу же стали молиться о нем. И я вам возвещаю властью, данной от Бога, чтобы человек разрешился из этого плена, который дьявол его пленил. Помолимся вместе. Мы об этом возвещаем. Я, как чадо Божие, вам возвещаю. Вот такое понятие. Отошел. Спаси Христос. Включите видеокамеру, Игнатий Тихонович.
она включенная? Мы вас не видим. Ну, можно мне еще слово краткое добавить? Можно. Вот тут написано, в толковании написано, для сохранения чистоты недостаточно креститься, но нужно много старания, чтобы сохранить неоскверненным образ сыноположения, начертанный в крещении. Вот, то есть как бы здесь толкование говорится, недостаточно креститься. Вот, да, вот у православных много, вроде бы они крестились, но а рождение свыше не имеет. То есть если, получается, принял крещение, но рождения свыше не было, то есть этой власти у тебя не будет побеждать. Оттого и многие, как бы, да, они во грехах живут и не имеют этой власти побеждать. Хотя вроде в церковь ходят, вроде даже и к причастию подходят, а силы над грехом не имеют. Вот. Ну, вот так вот. Все, я закончил. Ну, вопрос-то задан. Игнатий Ильич, почему так происходит, что крещение зачастую не сопровождается рождением свыше? Очень даже просто. Крестящий может быть и сам необращенный. Это 10 глава, 17 стих послания к римлянам. Вера от слышания, от слышания от Слова Божия, от слышания, а не от свечек, которые лепят. Не от того, что он там кутью сварил, как мы беседовали с Александром Менем. Он говорит, такое впечатление создается у людей, что Христос пришел на землю научить правильно кутью варить. Ну, это там по покойникам в такие постные дни. Это, конечно, юмор, но в действительности так. Вера от слышания, и поэтому не умолкай. Отверзи уста мои и возвещу хвалу твою. Не молчите, потому что молчание... И не просто предательство Божие, это закопанный талант. Об этом нигде не говорят. Я сколько раз предлагал, когда священник исповедует, то на исповеди он должен спрашивать человека. Ты принял Слово Божие? Ты веришь до конца, до последней буковки, до последней черты и йоты? А свидетельствуешь ли? А не потому, что он пришел, а на одно и то же где-то говорит. Хотя, если она-то канон, имеет власть, но если человек делает грех... то непрерывно одно и то же, то все под сомнением ставится. Правильно Евгений говорит? Ну, причина одна, что нет Слова Божия. Вот у нас, если вот он пил там где-то, сразу на 2 года отлучается, он за дверями стоит по сегодняшний день. Я не был на исповеди больше года. За дверями стоит, то есть он фактически не в церкви находится. Потому что церковь святая, непорочная. А в церкви-то обыкновенная, где храмы патриархийные, там туда-сюда прохожане их зовут, не прихожане даже. Они ничего не знают, они не стремятся к Слову Божию, не ревнуют, правильно, неправильно сказал батюшка. Спаси Христос, батюшка, все. А он стоит, когда уже расходятся. Братья и сестры, не забывайте, у нас там новые молитвенники привезли, календари берите там, да и свечки берите. А свечек много дают, к исповеди идут, когда. Они их полными корзинами поворачивают обратно, я это все знаю, сам видел, потому что работал в церкви. И опять продают несколько раз одни и те же свечи. Но это уже каким словом назвать? Никак, ни копейки, чтобы не участвовало в таинствах. Все это симония. Что говорит? Трудно, но выход один, начинай делать и... Господь увидит. Наш труд Он обязательно благословит. Часто говорят, ну как общину создать? Как? Начинай, увидишь, как. Ну, конечно, как ваша община не создать никогда. Ну, в лоне Московской Патриархии очень трудно. Мирянину надо брать. Священника сразу запретят, а с мирянином ничего они не могут сделать. Вот и ответ. Благодарю. Аллилуйя. Игнатий Игнатьевич, включите, пожалуйста, камеру. У вас просто фотография, а живого нету исполнения. Я не знаю, подожди, как это так может быть? Первая кнопка слева. Ну где, посмотри. У вас она перечеркнута. На перечеркнутую видеокамеру нажмите, она загорится. Ну что сделать, посмотри. У нас черточки нету, Сергей. Она... Ну еще раз на нее нажмите. Я только что нажал, вот нажал, закрыл. Опять нажаю. Нажимаю. Вот еще разок. У вас что-то маякнуло там.
Еще потыкайте, может, появитесь. Так, сейчас я попробую еще в другом месте нажать. Не-не, это-то работает камера. Ну, не знаю тогда что. Камера работает, показывает. И... наша картинка... Вот вы когда тыкаете, что-то там начинает проблескиваться. Ну, значит, что-то не ладится. У нас все тут есть. И... Сергей, мы-то видим свою картинку, мы тут двигаемся в этой картинке. Так что у нас все нормально. Вы свое видео видите? Да. Да, и там движемся, все. Все, движемся, да. И у нас глазок работает, светится. Может, там что-то неладно, посмотри. Но, да один раз нажать нужно, мы, наверное, два раза нажали. Надо один раз нажать, а вы, наверное, два раза. Вы, наверное, два раза нажали, поэтому параллельно выключили сразу. Ну, что делать-то я? Нет, они-то себя видят, понимаешь? Мы вот, видим себя, мы движемся, все. Ну, я вам советую выключить видео, а потом опять включить через 3 секунды. Ого, мне не надо прерывать, у меня запись идет. Ну ладно, главное, что слышат. Немного осталось. Ладно. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 13 стих. Которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились. Толкование. Делает некоторым образом сравнение божественного и плотского рождения. Не без цели напоминая нам о плотских родах, чтобы мы через сравнение, познавши неблагородство и низость плотского рождения, устремились к божественной благодати. Говорит, которые не от крови родились, то есть месячные, ибо ими питается и растет дитя во чреве. Говорят также, что и семя прежде кровь обращается, потом образуется плоть и прочее устройство. Но так как некоторые могли сказать, что и рождение Исаака, значит, было такое же, каким рождаются верующие во Христа, так как Исаак родился не от кровей, ибо у Сары прекратились месячные отделения кровей, Бытие 18:11. Так как некоторые так могли подумать, то евангелист прибавляет ни от хотения плоти, ни от хотения мужа. Рождение Исаака было, хотя не от кровей, но от хотения мужа, так как муж точно желал, чтобы от Сары родилось ему дитя. Бытие 21:8. А от хотения плоти, например, Самуила Таны. Итак, можешь сказать, что Исаак от хотения мужа, а Самуил от хотения плоти, то есть Анны. Ибо эта неплодная сильно желала получить сына. 1 Царство 1:6. Закон во всем имел тень будущего. Евреям 10:1. И не сообщал израильтянам сына положения вполне, но как бы в образе и мысленном представлении. А мы через крещение самым делом, получив Духа Божия, взываем «Авва, Отче», Галатам 4:6. У них, как крещение было образом и тенью, так и сыноположение их преобразовало наше усыновление. Хотя и они назывались сынами, но в тени и самой истины сыноположения не имели, так и мы теперь, как мы теперь имеем через крещение. Вопросы? Ну вот еще вот вопрос тут такой. А сыноположение опять говорится, что вообще оно для нас значит, сыноположение? Потому что в Новом Завете, мы когда читаем в Деяниях апостольских, а Павел пишет не раз, что есть как бы вот мы как рабы Божьи, да, и есть вот как мы как сыны, да, он говорит, что мы как бы, есть такое местописание, говорит, что мы уже не рабы, но сыны, да. Раб, он как бы не ведает, что делает господин его, а сын, он как бы... приобретает там как бы, некую такую свободу духовную, да, он ближе становится к Отцу Небесному, к самому Христу.
Ну как вот здесь это понимать для нас? Что значит это для нас иноположение? Как его понимать? Вот, и типа параллели, как это совместить? Вот есть рабы Божьи и есть сыны Божьи, да, вот. Особенно в православной церкви часто как говорят, вот, ну как бы, да, называется, вот это раб Божий такой-то или раба Божья такая-то, да, и даже в крещении, когда крестится, крещается раб Божий такой-то. А я как-то баптистов слушал, один говорит, а, говорит, а мы не называемся, как в православной церкви, рабы Божьи. Мы, говорит, мы уже сыны, сыны, мы имеем сыноположение. Он говорит, поэтому ты, мы, говорит, мы и не кланяемся, и поэтому мы стоим во весь рост, и мы поем Господу, как бы мы находимся в сыновстве. Ну, как бы, не знаю, вот так вот он это привел. Вот. Ну, вот такой вот вопрос у меня о сыноположении. Вот. Раб это работник. Раб это работник. Работник Бога. Дети еще, надо сказать, еще и наследники. И Господь нам унаследовал Царствие Небесное. Ну, а если мы дети называем, ну тогда если дети, то тогда его и Господом не должны называть, только отцом. Мы его и Господом, и отцом называем. Мы и рабы, и дети одновременно. И соработники. Соработники, значит, сорабы, как? Если, ну да, это они из гордости сектанты. Я точно так же мне говорили, что вы там православные, что не понимаете, мы вот дети. Значит, страха Божия нету в человеке. Не сначала. Первое состояние – это состояние раба. Потом друга, а потом уже и сына. Так постепенно. Правильно, Игнат Тихонович? Вам слово, Игнат Тихонович. Нужно открыть Священное Писание, послание Якова. Посмотрите. Раб Иисуса Христа. Евангелист Петр, Иоанн пишет, раб Иисуса Христа, послание. Петр начинает, раб Иисуса Христа. Павел все послания начинает, раб, то есть высшее звание. Вот если не, они не рабы, значит, они никакого отношения ко Христу не имеют. Павел считает это высшее звание. Это раб не тот, который в мире, рабы греха, пророки тьмы. И человек, как от чумы, от вас проклятием отпрянет. И имена их презирать, своих детей научит мать, Плещеев написал. Так вот, здесь имеется смысл именно труда. Вот заметьте, говорим, раб Божий. Папа Римский говорит, раб рабов. Даже вот какое уничижительное слово. Раб, значит, в винограднике находится, за столом у него. Это усыновление заключается в полном послушании. Сын еще может налево-направо, пошел и бросил, и ушел, и прокутил все имение. А раб уже за столом сидит. Здесь смысл-то заложен совершенно другой. Полное подчинение. И когда в песне песней читаем, говорит, возлюбленную мою я уподобил кобылице. Ну вот девушка знакомая или жена, ты скажи, ты у меня как кобылица. Он еще и обидится. Вот. А он говорит, я тебя уподобил, он ее уподобил. То есть непрерывный труд, работа. И что интересно, в рассуждениях разные женщины бывают. Но на деле, оказывается, женщина ленивее мужчины не на процент, а в 4 раза. Это очень подробно, со статистическими данными. Степаненко Максим Валерьевич, все это, у него книга вышла, и об этом говорит. Но это так, по уму же... Так. Вас выбило, я вас опять... Вот сейчас все... Что, видать? Видать сейчас. Ну вот, Сергей, смотри. Так вот, здесь мы должны все-таки понимать слово «раб», от которого отрекается, это язычники. Они родноверы, там, неоязычество, они прямо бунтуют. Почему? Рабы греха. Они не знают. А мы, Павел говорит, свободны от этого. А они говорят, и мы свободны. Он говорит, свободны от праведности. Вот такое выражение надо знать. А чего рабы? Рабы Бога – это значит свободные в выборе. Полностью подчиняемся Его велениям Духа Святого. Все апостолы называют себя рабами, а баптисты не называют. Значит, они никакого отношения не имеют ни к апостолам, ни к евангелистам. На этом одном они уже отреченные. А мы так и называем раб Божий.
тот, который удостоился быть за одной трапезой, потому как выполнял все, трудился в винограднике, не зарыл талант, и войдите радость господина своего. А господин, радость господина, а тогда остальные кто? Остальные рабы, труженики. Надо этим словом не гордиться, ну, неудобно так сказала, хвалиться. Вот и все. А еще называются ученики, как учатся, а еще избранные, святые, ну, особенно православные забунтуют это, избранным святым моим. Павел начинает послание святым, а пишет Коринфянам, говорит, а дальше уже 5 глава, у вас есть блудодеяние, какого не слышно даже у язычников. Вот это святыня. Ну, надо же разделять и понимать. Сказал по отношению одного человека, другие смолодушничали, не обличили, хороший проповедник. Надо же вникать в эти слова, а не просто внешний вид брать трафаретный. У русских интересно, даже слово «брак» имеет в виду негодное, не случайно. Я вот сейчас буду выставлять ролики одного бракосочетания верующих, и везде буду называть только специально. Одним словом «брак номер один», «брак номер два» и так далее. Брак. Ну, брак – это бракованная деталь. Она не по размеру сделана, с недостатками, никуда не годная. И говорит, брак в Кане Галилейской. Вот мы говорим, как только 7 минут остается до богослужения, у нас свет мигнул, и все заходят. 7 минут полной тишины. Но я захожу и сразу объявляю, встанем все на молитву. Ко мне подошел один, как на молитву? Как я могу встать на нее, на молитву-то? Ну, я говорю, тогда давай для молитвы. Пойдет? Пойдет. Я вижу, что он не считает. А Господь говорит, когда стоите на молитве, прощайте друг другу. Слово «на молитве» прямо в Евангелии написано, но он не знает. Не знает, а показывает таким знатоком, я не стал спорить. Вот интересно, на занятиях у нас в университете три иконы я ставил. Посередине Христос, с одной стороны Никола Чудотворец, а с другой Богородица. Вот записка поступила, у нас нельзя было разговаривать даже, только через записку. Так, у вас неправильно стоят, от Христа на той стороне. Ну, я говорю, я поставлю, только выходить уже не будете. И правда, больше человек не приходит. Новый пришел, говорит, нет, неправильно стоят, надо вот так, как, то есть, как она вчера стояла. Я опять поставил и говорю, выходить больше не будете. То есть, они не знают этого. В отношении какой стороны, кто... Ну, с двух сторон это не имеет отношения ни на суде Божьем никак. Но я могу поставить все его иконы, Христос, и с правой стороны от него, он тоже привяжется. Это есть такой рассказ... Как дед с внуком сели на осла и едут, а люди говорят, смотри, сдурел старик-то, маленький осел и двое, он слез и ведет в поводу. Люди опять судят, смотри, старик идет, а мальчик сидит. Он говорит, давай ты веди, сам сел. И они судили, пока они осла себе не взвалили на плечи, не потащили. Ты никогда им не угодишь людям, а ты не угождай. Это угождение плоти. Ты прямо скажи, раб – это высшее звание, посмотрите на апостола. Он говорит, я более всех потрудился. Вот это раб. Более всех. И перечисляет, что он сделал. Все. Игнат Тихонович, а вот вдогонку, а вот где-то Господь говорит, я не называю вас рабами, а друзьями. Вот, друг. Он и друг, и раб. Я вас не называю, потому что вы не знаете этого слова раб. Раб раньше означалось, это отдаленный, далекий, а я усыновил вас. Вы мои друзья, вы мои близкие, но рабами, тружениками, так и остаетесь виноградники. Смысл-то разный, слово-то вкладывается. Но если Павел называет, не надо даже говорить, Павел что, не знал эти слова Христа? Почему он себя рабом называет? Пишет римлянам, коринфянам, ефесянам, и везде раб. Ему бы тоже могли сказать, но Христос же сказал. Сказал. Потому что звание раба тогда было угнетающее. Работали здесь. Примет он, не примет. Речь шла о земном. Здесь. Не понимали его. А я вам все открыл. Вы друзья мои. А нам-то Господь открыл разве столько, сколько апостолам. А что больше? Да, ну, несравненно больше. Даже сравнивать не надо. Они слышали, там половина, может быть, забыли. А теперь предание. Это устно. А теперь... Новый Завет целиком, а его там не было, и с откровением, ой, как много нам доверено. И поэтому ну, надо просто воспользоваться этой властью, которую нам Бог дал. Вот мы, где вы еще считаете, апостольское дело делаете, несравненно выше. Даже сравнивать не надо. Апостолы сказали, ушли, велами по воздуху да по воде.
Об этом Кирилл и с Мефодием сказали, если у них азбука. А мы говорим и даем Новый Завет. Вот у нас Коробейникова там икону сильно почитает, крестный ход туда идет. И мы туда приехали. И во всей деревне, а там больше 1000 человек, только два Евангелия нашли. Вообще нету. А мы раздали 475 Новых Заветов, не считая там Евангелий сколько. Так поп там взвился, ой-ой-ой, уходите, Игнатий Тихонович, уезжайте. А мы все это записали. Епископу дал, он ноль внимания тогда, который был. Ноль внимания даже на это дело. Я говорю, ну вызовите, ну надо же сказать, что они делают. А его епископом сейчас поставили, этого Романа. Какой же это епископ, когда он прям против. Монахи там, батюшка приехал, мне говорит, выходят заспанные, солнце светит. Все заросло, пальцы прокуренные, желтые. Я говорю, что ж вы спите? Да вот это. Да ну, хоть в огороде-то что-то посадили или нет? А сколько монахов? 7, говорит. А сколько прихожан приходит? 6. Как в Потеряевке. 2 ученика и 3 учителя. Все. Все вопросы, пожалуйста, задавайте. Час прошел, можно любые задавать. Ну тогда вот мы, пока никто не знает, можно по теме еще тут добавить, я как раз нашел вот Галатам 4 глава с 5 стиха написано, секундочку одну. Чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши духа сына своего, вопиющего Ава Отче. Посему ты уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Ну, то есть здесь Павел подразумевает, вот это как бы рабство, это когда было время закона, когда иудеи были под законом, а теперь, когда пришла, ну, полнота благодати, то, я так понимаю, в этом контексте апостол Павел подразумевает, когда говорит, посему ты уже не раб, но сын. То есть, как бы, он подразумевает рабство, ассоциирует это с законом, когда был закон, и иудеи были под законом. Вот. И действительно, апостол Павел нигде не, в посланиях и не пишет, не начинает, я апостол, сын Божий, да, как он всегда говорит, раб Божий, да, то есть нигде он не называет даже себя сыном в посланиях, нигде ни разу. Вот, то есть вот это вот то, что он говорит, как бы, да, вы рабы, рабство, вот это он ассоциирует с законом, с ветхим законом, который прекратился, вот. Евгений, тут все, дело вот какое, что у раба никаких полномочий нету. Господь и говорил к ним от рабцев закона. А теперь вы свободны. Вот некоторые люди подходили к Иоанну Златоусту, даже и говорили, вот ты говоришь, вот, но я знаю верующих и неверующих. Так неверующие еще и лучше себя ведут-то. Златоуст просто отвечает на это. О том, что есть верующие, поступают недостойно, я это знаю. А что неверующие поступают достойно, этого сказать не могу. Потому что, чтобы быть праведным, у верующих есть 3 причины. Первое – страх Божий, что за это будет гореть в огне. И поэтому страх Божий – это узда. Второе – обещание будущих благ, как в молитве у нас говорится, сделает сие. И третье – вспомоществующая благодать Духа Святого, которая показывает, что такое грех. И вы не имеете нужды, чтобы кто вас учил. То есть, как жить нравственно. Но если, имея все эти 3 пункта, и человек, несмотря на это, спотыкается, Златоуст говорит, то что спрашивать с того, у которого ничего этого нет? Ни страха Божия нету, ни обещания будущих благ за добрые дела. Да и делает это только как по уму. А что он там как делает? У каждого народа все по-своему. Что высоко ценится. Вот вначале тут вопросы не задали, вначале было слово. Это было очень непросто, логос. Переводов много, но вот
перевели переводчики именно так. Слово. Лев Толстой настаивал, чтобы перевели разум. А ему говорят, какой разум? Разум цивилизованного человека или камчедала, который до блевотина наедается китовины. Вот тебе и разум. Ну, они там какую-то белугу там выбросили, они на волоком тащат ее. Разум. Нет слова. И мы не должны выходить вот из этих рамок. Потому что, когда говорится о рабстве, именно так, они подзаконные, рабы были, не знаю, мы полную свободу имеем. Притом, возрастать во Христе, а они этого даже не имели ничего. Иоанн Златоуст говорит так, ни Моисей, ни праведный Иов даже не помышляли о девственности. Этого не было, они не знали. А в Новом Завете люди борются, побеждают дьявола. Посмотри, сколько людей, которые, Павел убеждал их, хорошо остаться, как я. Есть разница между женатым и неженатым. И показывает, какая причина. В Ветхом Завете никто и не помыслил даже об этом. А сегодня человек свободно эту вершину достигает. Мы так и должны рассуждать. Все. Спаси Христос. Да, слава Христу. Вопрос можно, Сергей Павлович? Да-да. Не по, ну, на отвлеченную тему, к Игнатию Тихоновичу. Приветствую вас, Игнатий Тихонович. Да. Хотел к вам обратиться лично, ну, в личной беседе, но вот решил, чтобы, в общем-то, все слышали, потому что это касается всех. Значит, в недавнем ролике вот вы выставляли там, и обсуждение у вас было в общине, в Барнаульской. Дыбунов Игорь сказал, что, ну, вот он видит людей, которые присутствуют на занятиях, то его очень удивляют те вопросы, которые они задают. И употребил такие слова, что бестолковые – это деревянные люди, и постучал по столу. Ну, это к нему вопрос больше. Кого он имел в виду? То есть, я так понял, меня в первую очередь, ну, кстати, никто не обратил на это внимания. Вот. А к вам вопрос такой, Геннадий Тихонович, ну, все-таки вы же там руководитель, как бы, очень влиятельный человек. А разве вы не услышали вот в словах Игоря Дыбунова его настрой души, состояние его, чтобы взять вот так людей, обозвать бестолковыми деревянные люди? А вот к Игорю Дыбунову хотелось узнать, что он имел, какие он вопросы хотел бы слышать, чтобы задавали ему присутствующие вот здесь на занятиях, потому что мы многого не знаем, мы в чем-то и ошибаемся, понимаете. А еще меня возмутило то, что вот люди вообще не там очень уважительные, уважаемые есть, юристы, врачи, как они не увидели в словах Игоря Дыбунова вот такого, ну, неправильного. И хочу привести, кстати, из Библии Филиппийцам 2:3, когда говорят, что ну, там написано, что почитай других, не превозносись. Вот как Игорь считал, когда он говорил его слова, он превозносился выше или наоборот, становился ниже? Хотелось бы, чтобы вы ответили, Игнатий Тихонович, и Игорь Дыбунов, что он имел в виду под словами «бестолковые» и «деревянные», и какие вопросы он хотел слышать, чтобы мы задавали, те, которые не знаем. Так, ну, я все есть... понял. Вопрос задавайте не больше полминуты. Ну, вы сейчас вот трижды там повторили одно и то же. Умейте быстро, это многое в немногих словах, как Писание нас учит. Это попутно. Дальше. Ну, деревянные, что из этого? Какая тут обида-то? Деревянная. А Господь говорит, я пришел к погибшим овцам Израиля. Скотомогильник. Даже овец нету. Нету. Обращается, когда к людям говорит, псы, бредящие лежа, не могущие лаять. К священникам обращается. К священникам. Мы должны научиться никаких обид не держать, а соответствовать действительности. Он видит, надо порадоваться ревности брата, что сказал слова, которые задели. Но если бы не сказал, вы бы не позвонили. А вот теперь подумайте, правильно говорит? Да это еще не очень. Павел говорит, некоторые поступают как враги креста Христова. Да как так? Да какие враги? Я причащаюсь. Враг! А ну еще как назвать?
Ну так ты дружишь с миром-то, ну а как не дружить? У меня дети неверующие, я бываю там, и ну и то проще это. Да мирские еще ухватки-то есть. Вот эта обида-то совершенно не христианское дело-то. А Яков говорит, 4 глава, 4 стих. Прелюбодеи и прелюбодейцы. Это называется на букву «Б». Вот все, не хочу просто говорить, привязываются к словам, а слово-то церковно-славянское. Дружба с миром есть вражда против Бога, это враги. Враги? Так это уж не деревянный, это хоть зла не делает. Иоанн Златоуст говорит, вы пришли в храм, кучи навоза принесли сюда, разговорами своими. Навоза. С кем я вас сравню? И начинает сравнивать. Сравню ли со змеем? У него один недостаток. Со львом? Там только кровожадность. В человеке все абсолютно заложено. С кем я сравню вас? С демонами? Но демоны не сребролюбивы и не блудники. А у вас то и другое. Демоны не пьянствуют. Вот это да. Да сегодня попробуй скажи. И только одно слово. Чуть-чуть Петр заикнулся. Господи, да не будет с тобой это. Ну пожалел. Мгновенно Христос отреагировал. Отойди от меня, сатана. Сатана. Да разве можно называть так? Не надо рассуждать, это Господь сказал. Враг всякой правды, сын дьявола, доколе будешь совращать с прямых путей Господних? Илиме волхву, Павел сказал так. И с этого времени считается, а проконсул Павел, там должен, Сергий Павел. От этого времени Павел, Савл стал называться Павлом. Сколь важно было. Обида вообще не христианское дело. Он сказал, а мы должны это принять. Хорошо, что ему Бог положил эти слова сказать. А то мы еще, ладно, то гнилое дерево, гнилой пень. Ударишь, говорит, там ни огня, ни пара нету. Молния ударит в него. Ничего он тут не сказал другого. Мы, согласно Священному Писанию, видим, люди приходят креститься. Сегодня как? Скорее, вы квиточки там заплатили. А Иоанн Креститель. Никто не рождался величественнее его, от рожденных женами. А он видит, порождение ехиднины, змеи. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Да кто внушил, да мы разговоры прекратить. Змеи приползли, шипят здесь. Это мы считаем в Евангелии. В Евангелии. Так он разогнал их всех? Нет. Он заставил их принять то, что он сказал. Грабители, убийцы явились. Иоанн Златоуст об этом как раз и говорит. Сравнить не с кем. Даже с демонами нельзя сравнить. Вот Осипов, профессор, там я в чем-то не согласен, Алексей Ильич, и он и говорит, заголовок тут есть. Приходящие в храм служат бесам. Название ролика. Я заинтересовался, посмотрел. Но он говорит-то правильно, но ничего сделать не может. Как в воде ты приходите, как на пляж. Ты думаешь или нет, пришел молиться Богу, прямо с такой экспрессией говорит. Ну, надо одеться так-то, он говорит то, как будто в нашей общине побывал. Ну, а сам-то он сделает это, да он и не, даже языком больше не пошевелит. Ничего нету. Я посмотрел, выступает Ткачев, такой говорливый батюшка есть, отец Андрей. И он говорит, там, говорится, соловьем заливается, а я смотрю, там торговля идет. Оператор повернул сюда. Туда-сюда народ, что-то он никого не видит. У нас, если говорит священник, даже переступать ногой никто не может. Даже креститься в это время нельзя. Это дисциплина. Даже кто приезжает, до вас говорит, железная дисциплина. Ну, какая есть. Ко мне приехал полковник, он преподаватель Алтайского авиационного высшего училища. И посмотрел, у меня в лагере дисциплина какая. Говорит, так у меня, говорит, воинской нашей части, говорит, такой нету. Как? За все время, за 45 лет ни одной ложки не бросили, ни одного куска не бросили. Не считая, там авария была. Вот так. А сгодилось, а теперь только это вспоминают. Уехали в Грецию, говорят, если остались добрые воспоминания о России, только лагерь ваш. Остальное все, что было, не было. Поэтому люди это запоминают. Видите, мы говорим так, верующие как. Ну а как считать, культурный был Ленин или нет, Ульянов? А он прямо сказал, интеллигенция русская, тире, говно. Вот и все. Они, немцы продают майку, наш тут один на занятиях был, надел майку-то, она написана, ибен шайсе, ту бешульдих. То есть означает, я говно, а виноват ты, и рукой показывает. Я тогда позвонил в университет, потом у меня племянница в Германии, так, она говорит, да, так, это специально так. Вот и все. Ты уже до какого состояния дошел? Кто ты?
Я зато сравниваю, и сравнения никакого нет. А это не должно даже именоваться. Поэтому обиды никогда не допускайте. Иоанн Златоуст говорит, он сказал, обидно тебе, и ты знаешь, ты не такой. Поцелуй его за намерение. Он хотел тебя лучше сделать. А если сказал правильно, поклонись, обними его, он тебя вытаскивает из ямы. В любом варианте обиды нет. Вот, дорогой Борис. Игнатий Тихонович, обиды никакой нет. Жаль, что Дыбунова нет. Я бы его поцеловал бы за эти слова. Ну вот у нас тут был один Рустам. Нет, он с нами здесь, целуйте, вот он. Он с вами, но не со мной. Но меня интересовал вопрос, что имелось в виду бестолковые деревянные люди. Но... это сказано на всех участников, которые присутствуют, но они же молчат. Все. А я просто хотел, чтобы он объяснил, что имелось в виду. Подождите, подождите, я сейчас уже отвечаю. Все понятно, они молчат. Они приучены к дисциплине. У нас не буздят. Вот здесь Рустам Гусейнов. И Игорь ему тоже сказал, ему показалось как-то обидно, он даже там и меня запечатал. А потом пришел, говорит, я Игоря так полюбил, говорит, сейчас бы здесь его расцеловал прямо. Вот и все. То есть это горячка-то схлынула, он увидел. И я ему и тоже сказал, ты вот такой, 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 уж не буду говорить-то. А он теперь и говорит, мне правду в глаза сказали, это меня подвигло к такому-то. Слово должно иметь силу. Силу, это власти. Власть дал быть чадами Божьими. Вот Игорь там где-то сказал. Сказал, примем, посмотрим. Вот мироточат иконы. Одна икона, вторая, третья. И говорили, вот видите, у зарубежной церкви там икона Иверская, она мироточит, а у патриархии нету, поэтому истина на нашей стороне. И вдруг замироточили, в одном Иванов больше 3000. Еще люди не приближаются к тому дому, а обыкновенные картинки там эти, на бумажке-то, и они в сумке уже мироточат. Мир очищет. И вот назначили комиссию. Иван Экономцев, архимандрит, во главе. Там и геология, там Павел Флоренский, директор института, академии. То есть разные-разные-разные священники. И в конце ответ дают. Это все напечатано в «Комсомольской правде». Я уже могу сейчас даже засчитать. У меня все это есть. Какого числа? И он говорит, простите, говорит, но действительно народ наш тупой. Это ответ он дает для прессы. Народ тупой. И Господь, может быть, знаки нам только дает, кем мы стали. И дьявол может все это делать. Вот ответ. Комиссия, специально назначена патриархией. Замучились мироточением, кровоточением. Иудеи требуют чудес. А еллины ищут мудрость. А мы проповедуем Христа распятого. То есть сметаем и еллинскую мудрость, и иудейская жажда чудес, которые проявятся. Огонь с неба будет сводить сатана. Сегодня он трясет всех шестерки, НН и прочее. То есть у людей страх Божий нет, поэтому они трясутся над какими-то буквами. Им прямо нужно сказать, блевотину собираете. Вот так. Извергну тебя из уст моих, говорит Господь, за теплохладность. А что извергается? Когда человек пьяный, Златоуст говорит, извергается из него. Определенное слово. Столы наполнены отвратительной блевотиной. Все собирает, кто бы еще ни сказал. Души губят. Вот так, дорогой Борис. Да, Игнатий Игнатьевич, хочу еще сказать, что я не против Игоря Дыбунова. Я его не знаю лично, но знаю по видеороликам. Я его очень уважаю, кстати. Потому что он такой человек, который может сказать, ну, по-нашему, правильно. И иногда не молчит. Так что вы даром говорите. Я его очень уважаю. Я имел в виду, что он сказал, бестолковый директор. Вопросы. Сережа, все понятно. Мы поняли, что вы не обиделись. Но я вообще сказал, обида не христианское дело. Повторите несколько раз. А эти обижаются. Прямо обижаются. Все. Вот возьмите, блаженный Августин считает Библию. И она показалась таким грубым материалом в сравнении с изысканной словесностью мудрецов. И ночью является... Да это Иероним Стридонский был, та же история-то. Ему является ангел и порит его за эти слова. Он утром встал, у него лиловые плечи были. Да, грубо сказано, но ничего не сокрыто. Вот и все. Вопросы. Борис, это я бестолковая и деревянная. Это ко мне относилось. Там интересно. Я проповедь говорю, а у нас там был это, в Потеряевке один, Миша Никитин. Ну, такой все это прям... Если мирские люди, он прям гоголем ходит, а верующий, значит, сразу сникнет. Ну, ладно. Бог, помоги ему, Господи. И вот я говорил проповедь, он сразу, да,
Опять про меня говорили. А почему? Я сказал, меняйте машины непрерывно. Так вы же на машине ничего не понимаете. Я жил у человека, который ремонтировал машины. О, я не знал. А батюшка подошел, один священник был. Он говорит, Миша, а я прямо слушал, Игнатий это все про меня говорил. Я говорю, имя называл? Нет. В проповеди имена не называются, чтобы не сделать еще более наглым в церкви. А в обыкновенной вот этой жизни мы легко можем говорить, и ничего в этом нет особенного. Не надо никогда даже близко брать там. Хорошо, что не обижаетесь. А Игорь, он такой. Он видит это дело. Он очень умный и ревностный. Все. Виталий, Виталий здесь? Да, Игнат Тихонович. Я ролик выставил сегодняшнюю нашу беседу. Час 20. Кто желает, посмотрите на нас, зайдите. С Виталием мы беседуем. Очень поучительно будет. Только что закачало. Аллилуйя. Да, все готово. Бери, прослушивай обратно. Ни налево, ни направо. О чем Сергей всегда молится. Налево это значит по-сектантски убавлять. А направо это прибавлять ради благочестия, что сроду и Христос не говорил. Еще вопрос, пожалуйста. Какой контингент подобрался тут. Ревностные люди, слава Христу. Проси Христос за ответы вас, Игнатий. Аллилуйя. Этот Дебунов был, пропал, выбило, что ли. Ко мне заезжал неоднократно, был архимандрит Амвросий Урасов, очень популярный. В свое время о нем там «Голос Америки» говорил, как его на Кавказских горах искали. И он что сделал? Там здание КГБ было у них, Иваново. А когда-то это было здание церковное. И он там такие манифестации, еще Горбачев был при власти-то. И они отбили это здание. Вот удивительное дело. И вот они, говорит, монахи, говорит, мы специально, говорит, тренируемся на этом. Вот стоит такой-то человек, вот начинает его обличать. Ты такой-то, а ты вот такой-то, так Агафон там пишет об этом, с ним было. А человек стоит, молчит, да, я грешный, супергрешный, архигрешный. Он обвиняет несуществующим его, посмотреть, как он будет реагировать. А тут только намек дадут на что-то, прямо вспыхнет, аж готов, все, даже искры не останется. Ну, сказали, да сказали, брань на вороту не виснет, есть пословица, другая есть, наплевать да забыть. Ну, если это от этого влияет на других, тогда ты должен восстать. А лично меня, если то, но за мной всегда кто-то стоит. Господи, об этом Давид молится, чтобы не постыдились все, которые мне верят, доверяются. Игнатий Тихонович, ой. А нарушение поста, вот, допустим, мясо кусочек съел, ну, эпидемия на сколько накладывается? 2 года отлученная от церкви, 2 года не имеешь, 2 года не имеешь права причащаться. 2 года, канон. А если батюшка прощает все? Да он не может прощать, у него власти нет, он дурит. Прощает. Как он может прощать-то? Ну, человека посадили сейчас, а я, ну, то что там, Глеб Грозовский, да неизвестно, еще было, не было, 14 лет дали. Я отпускаю его. Бесполезно. Но если уже осудили, то помилование может дать только президент. А ходатайствовать могут другие организации о нем. Но это только для других статей. Невинно осужденный там. Вот. Какая нужда это было нарушать? Я не думаю, что это вы нарушили. Я нарушила. Да что с тобой-то, Арахиль? Что, чревоугодничать начала или еще? Не пойму. Нечаянно. Да как это нечаянно? Нечаянно не считается. А что нечаянно? Поросенка съел. Ой, да что, мне просить епитимию теперь, да? Ну, конечно. Ты сама наложи. Дней 5 не ешь и не пей.
Эту дурь из себя выдави. Интересно, Антон Павлович Чехов говорил, я по капле из себя выжимаю раба. Ежедневно. А потом, Игнатий Тихонович, после 5 дней голода-то что? Ну, ничего, молись, благодари Бога. Зато, говорит, если ты выпил там, напился, теперь и воды не пей до сыта, так и здесь. Если ты коснулась запретного, ты познаешь, что такое. Ну, запретное, но не соблюдаешь. Ну, на это канон есть, обуздать такого чревоугодника. Спасибо, Христос. Но я не могу ничего сказать, кроме того, что написано. Вот начинает правду доказывать, да не такой я. Я говорю, у нас был епископ, 13 лет, Евтихий Курочкин. Ну и когда я стал публиковать материалы свои, один материал о русском языке, чтобы на русском надо все. Второе, что верующие не имеют права убивать, это к истину православия, у меня в книге все там изображено-то. И третье, все должны идти на благовестие. Он, значит, батюшку под запрет, а меня отлучить... Только сказал он, прислал письмо, или я должен раскаяться, чтобы эти материалы никто не распространял. Я ничего не стал отвечать, только своих предупредил. Если придет от него этот указ, я сразу выйду в коридор. Почему? Он наш епископ. Так это же несправедливо, а мне не надо рассуждать. Я отвечаю за себя, он за себя. Я уже в коридоре буду стоять. Но как я вел занятия в университете, в милициях, в воинских частях, в школах, туда он не вхожий. Я там буду благовествовать и вести занятия. Но он, Господь, одумался и не стал делать. А потом сам стал переводить церковнославянского на русский язык, там какой-то заупокойный канон. Вот что удивительно. Так, писатель один писал, там знакомый Черкасов Георгиевский, это же надо, братья, как смогли епископа уломать, что он разрешил им по-русски, а у нас по-церковнославянски служба, но только все библейское по-русски. Но если это библейское поется, то по-славянски. То есть мы вот такую золотую середину выбрали. Но 3 года он наложил на нас эпитемию, а в русском языке не разговаривать. И поэтому на меня нападали, я молчал. И вот в знак такого уважения, хотя он и не прав был, а мы никогда не говорили, что он не прав, мы приняли как благодать Божию. И Бог нас обильно благословил. И сохранились отношения по сегодняшний день самые хорошие. А не так. Он не прав, я не буду подчиняться, как Диомид. Давай проклинать синод, анафему на патриарха накладывать. Да кто ж тебе позволил-то? Ну, с него сан сняли. Он не епископ теперь, а он дальше начал рукополагать. А мы за него молимся каждый день. Зюбан. Фамилия его. Все. Ну, наверное, можно это... еще добавить, можно еще? Это, ну, такой как бы вопрос, я, ну как, вопрос я сначала как поясню. Я вчера этот посмотрел, этот видеоролик, как это называется? Ну это через отца Геннадия Фаста там обратилась одна семья, и потом там они, он священником стал. Как там это название этого, там это одних рассказ о любви, как они там... Свидетельство о любви называется. Ну да, я посмотрел, но я обратил внимание, что там вообще даже женщина, никто у них не покрыт, и ничего, даже сам, по-моему, эта матушка, она не покрывается, потому что что-то она там на видео на себя накинула, но он видно, что не покрывается, а потом она там, вот эти снимки все, видно, что она вообще не покрытая ходит полностью. Ну я так подумал, ну матушка, как это такое может быть? Ну вроде ладно, ну это матушка, жена священника, это вообще никуда не годится такое дело. Если матушка не покрывается, то и никто из женщин в храме тоже не будут покрываться. Ну если бы священник сам бороду отрастить не может, то кто, кого ты заставишь бороду отрастить в храме-то? Никого. Ну я посмотрел так и подумал, ну вот Игнатий Тихонович говорит, что вот, ну вот, вот надо вот так вот все воспитывать людей, так, но они-то получается не, ну вот, вроде вот такие благочестивые, я посмотрел, мне многие моменты понравились, и батюшка вроде такой, ну неплохой батюшка, видно, но, ну как так вот, получается люди не способны вот на такое, да, вот создать вот так вот и все, не способны. Это получается единственная община Игнатия Тихоновича, которая может вот так вот сделать. Больше, наверное, никто не способен. Я пришел к отцу Акиму, к брату, а к нему приехал священник, и приехал с женой, и дочка, и сидят за столом, я сейчас не знаю, ну,
видимо, без подка были-то. Я сразу сказал, а отец Аким мне и говорит, время уже позднее, тебе, может, домой надо. Я раскланялся и пошел. И был таковский. Но сказать сказал. Я говорю, а как дошло? А на деле? Да что ж ты-то молчал, не говорил? На стол облокачивается. Я обязательно скажу. Потому что я знаю, не сказал, буду бит много. Вот я должен сказать, обязан сказать. Я никаких прелюдий к этому не подвожу прямо. Запрещено над столом наклоняться, над чашкой. Почему? Василий Великий сказал, всякое животное наклоняется к пище, а человек к себе подносит ее. Не облокачивается. Почему? Стыдись облокачивания на стол, Серахов сказал. У меня дети учатся в течение одного дня, когда приезжают. Ну, вот тут так батюшка сказал. Его дети, и он сам был у меня в лагере. Он хороший батюшка, как спортсмен. Он там в воду нырнет, там доски надо было привязывать, и велосипед ремонтировал. Интересно, у него было уже в это время 7 ребятишек. Но он подошел там к какому-то прозорливый или кто-то, а он и говорит, у тебя будет 13 детей. 13 детей. То он мне сказал, говорю, ты не торопись домой, то может 12 будет. Вот так. Я его знаю. Но обратил-то внимание, извини, что перебил, обратил-то внимание, что и мужчины безбородые там все, не только, ладно, мужчины тоже безбород, вот чего. Не годится, никуда не годится. Это как правило... Сыновья его все безбородые. Это, Евгений, люди, которые хотят какие-то мирские нюансы сюда поднести. Вот такой этикет, это требуется. В Слове Божьем этого нет. Это меч обоюдоострый, меч. Он отрезает гнилье всякое. Ну, а как? Ну, если бы я там был, этого бы не было, определенно могу сказать. Ни под как... И он при том не будет сопротивляться даже. Но я тебе говорю, собрались священники, ну и, а мы из поездки заехали туда. И вот они говорят, вот вы говорите, что у вас ни один канон не нарушается, а вы сами нарушаете. Я говорю, а какой? Ну, а какой? С евреями в одной бане нельзя мыться. Я говорю, я в баню вообще не хожу. Да вы что? А дальше, с евреями нельзя быть в корчме. Я говорю, в корчме не бываю. А как же? Ну, никак, хлеб купил, я говорю, воды нету, в снег обмакнул, там в парке где-то. Поели и все. То есть два пункта нашли. А один тогда говорит, а написано, если в дороге бываете, и пойдешь, говорит, садиться где, ты должен зарыть. А у вас как? Я говорю, я на снимке стою с лопаткой, специально коротенькая острая лопатка такая. И мы специально, я делал туалет, а уезжая, Сергей Павлович должен был... Вот. То есть они подкопали, а ничего нету. И все подтвердили, что я говорю абсолютную правду. Да зачем же я бы нарушал-то? Ну, нельзя. А врач, если еврей, так я могу рисковать. Врачу еврею, чтобы не даваться. А я, наоборот, лезу к ним. И мне сделали операции, притом тяжелые операции, не одну. И я живой по сей день. Яков Нахманович Шойхет. Он доктор медицинских наук, замгубернатора. Я как-то сказал так, если еврея будет гонение, будет, и у меня возможность будет спасти, только через мой труп к ним прикоснуться. О, еврейский прихвостень на меня начали-то. Ну, ладно, еще. Я и хвостом недостойно евреев быть. Но они сели на это, я ответил так. Ну, все, наверное, сегодня. Евгений, хочу сказать... Вот да. Что можно спросить прихожан, если у нас матушка к причастию подходит без платка? А батюшка, когда проповедь перед Великим постом говорит, он говорил, ну вот ваш пост это вот утром, если вы вместо двух сосисок съедите одну сосиску, вот это будет ваш пост. Это вот обман, как... обман. Пираты захватили корабль. Валентина, запомни. Пираты захватили корабль. Я нахожусь в Лос-Анджелесе. И там был самый строгий, он когда-то был начальник миссии в Израиле. Архиепископ Антоний Синкевич, фамилия его. И подходит одна бабушка, у нее на голове какая-то сетка такая надернута, у самой губы накрашенная, старая-старая. И он ее причащает. А он строгий такой был. Я понял, зарубежная церковь. Все. Я потом ему говорю, владыка, ну а как же так это? О, это матушка, вдова. Вдова под 80 лет, и он ее причащает. Я, говорит, чтобы не оттолкнуть. Но если краска останется на ложечке, я ей скажу, ну хорошо ли, что краска тут осталась. Для меня это так смешно. Ну у нас почему этого не делают-то? И при том, вот люди приходят у нас, сестры, как одеты, два платка. И мы не трогаем даже. Почему? Все знают.
специальные у нас смотрители за порядком. Сестре надо сказать, я вижу, она там бывает, платье, чтобы не выше 10 сантиметров. Я раз ей сказал, она подошла к сестре, я сам не подхожу. Но я староста обязан смотреть. Опоздал человек, стоит в одном месте до времени, когда батюшка пойдет с кадилом, чтобы людей не тревожить на 7 минут. Порядок абсолютный. Ну и никакого труда-то нету, но вначале было много труда. Недовольны они, отсеялись. Вот такое дело. А это все знают. И молоденькие, как у старобрядцев, полголовы открыто, если она не замужем. У нас на грудной ребенок два платка, чтобы надеты были. Она женского пола, все. Ну, вы, Валентина, были, знаете как. Я бы, если у вас был с этим, с Андреем, то если у вас Андрей сейчас еще там, мы бы поговорили не один раз. У нас отец Артемий. А он откуда, Арсений этот? Он с Украины. Откуда? Ну, а с Украины еще спрашивают, что с нее взять-то? Дыра. Да там все ереси и все, и эти униаты. Какой неретик из Украины сюда лезет? Вот у меня самые неблагодарные люди, которые оказались здесь, из Украины. Самые неуравновешенные. Причем патриот Украины. Я не конкретно, ну так получается. Причем я не могу сказать, что они из Молдавии. Ну и я, Игнатий Тихонович, с Украины тоже, кстати. Вот так что, ну вот которые люди рядом, и притом крайне неблагодарные. Ну, вы видите, что тут делается. Объяснения никакого не нахожу. Как только вот эта беда и Майдан, и прочее, испокон веку, и Богдана Хмельницкого не вспомнили, ничего. Где это видно, чтобы школьников учили? Прыгают, за руки взялись, москаляку на геляку. Ну, давайте мы будем кричать. Хохол, подпол, ну еще. Что у нас получится-то? А там это все это в порядке вещей. Нехорошо это. Вот у нас есть жены с Украины, ну, украинки они упорные все. Буквально ни одной нет такой, чтобы она была кроткая, смиренная. А все на свой край давит. Если муж не подкаблучник, он уйдет от нее. Ну, прям командует. У нас даже рассказ такой есть. Она вышла замуж за узбека. Но он пришел и ей говорит: Оксана, когда я возвращаюсь, ты ко мне не лезь тут обнимать это. Потом, ты смотри, как у меня тюбетейка. Если она на бок вот так вот, значит, все нормально. А если натянутая, то вот у меня там беда какая. Она говорит: я поняла. Но ты, когда придешь, смотри, как у меня платок. Если платок у меня на бок будет, то мне плевать на твою тюбетейку. Вот и весь сказ. Хохлушки очень упорные, упрямые. И это надо учитывать. А русский человек безалаберный. Безалаберный. Все на авось, да небось. Это парень, говорит, рубаха. Ну уж если его раззадорит, тогда, как Лев Толстой говорит, гвоздает дубиной, пока мозги не вылетят. Ну, можно еще вот добавлю последнее вот о ревности. Вот. Игнатий Тихонович, просто часто призывайте вот к таким действиям, но это ревность. Даже борода, это все, это как бы дело христианской совести и ревности, да? То есть быть таким горячим христианином, не быть прохладным. Вот, ну, я про обстановку в храме, что вот у многих там, допустим, да, там, ну, нету порядка, и как вот навести, вроде бесполезно это все. Ну, вот я вот такую краткую расскажу, как бы, историю, ну, случай как был, и кратко, как я себе вообразил, что можно было бы сделать, и какие бы могли бы быть после этого последствия. Я вот был как-то недавно, я даже, может, здесь в скайпе отписывал, уже не помню. Я был недавно в Иерусалиме на литургии в Елеонском монастыре. И, значит, идет литургия. Уже к совершению, уже готовится, уже служило несколько священников, там даже начальниками, вместе с начальником русской духовной миссии зарубежной. В общем, их было несколько священников. Подходит уже литургия практически к концу. Уже все, уже идет приготовление чаши, уже готово, уже готовится вынести чашу из алтаря. Вдруг врывается группа паломников. Они врываются из Румынии православные.
Их ничего не волнует, они начинают все, свечки ставить, фотографировать, им надо поцеловать иконы, и все. И это там, ну, настоятельница монастыря, матушка Варвара, она, да, ну, встала, и даже, ну, а что ей делать, она такая вообще вне себя, и она просто стояла во время всего этого, просто у царских врат, вот так вот, лицом к царским вратам, и спиной как бы к, вот, к дверям, вот. И я потом расспросил об этой ситуации, говорит, это частенько у нас происходит, приезжает группа паломников, они, все, у них сейчас есть время, все, сейчас, и у них больше нет другого времени, они врываются просто в храм, неважно, литургия, не литургия, это православные, это которые исповедуют православие. Я подумал, ну ничего же себе, если такое отношение к службе, к литургии, какие же они могут быть православными? Но я подумал, хорошо. Я бы, допустим, выпросил бы благословение у матушки, у настоятеля, говорю, давайте я буду вашим сторожем, я вот так вот встану, и ни один паломник не зайдет, я вот так вот прямо в дверях встану и поставлю какую-нибудь, не знаю, палку, или я закрою, ну, я буду сторожить, чтобы никто не вошел, чтобы литургия спокойно прошла, не годится же, что врывается. И, ну, допустим, вот такую ревность бы проявил, я думаю, что мне бы даже бы на такое бы и не благословили, а если бы я бы сам бы на этого пошел бы, меня бы, наверное, бы выгнали бы из храма, сказали, ты, друг, сюда больше не являйся, и все, потому что у нас было такое, что когда это патриарха Кирилла не хотели впускать, ну, когда еще до соединения, ну, это был случай, это же потом настоятельница, она просто не впускала этого патриарха Алексея на порог храма. Все, ее отправили, куда-то ее отправили обратно, откуда она приехала, настоятельница, матушка, вот. Вот я просто прокрутил в голове, подумал, я бы вот так все, я бы возревновал бы, я бы вот так вот бы сделал все, я вот так вот просто бы встал и все, и даже бы если бы меня побили, бы начали бы меня бить, вот так вот встал бы и все. Я думаю, что, наверное, меня бы попросили бы и все. Евгений, вот эту обстановку вам нужно было смакетировать до прихода. Вот у нас это невозможно. Меня спрашивают, ну а вас, если женщина в брюках, выводите из храма? Ну, зная нашу строгость, я говорю, нет. А почему? Да потому что мы ее не запустили. Как я буду выводить? Вот у нас в деревне приезжает, мы должны строго смотреть. Она из машины вылазит в деревне, в брюках. Мы обязаны подойти и сказать, у нас не положено. Она опять в машину залезла. А если храмом надо, то у нас специально платки, платье, на улице тут переоденется и, скажем, где зайти, ни слова не говорит. Можешь поклониться, но только в полной тишине. И не тогда, когда евхаристический канон. Оглашенные, зайдите, все, никто не зайдет. Фотографы все выводятся, стоят на крыльце, ждут, пока не пропоется «С миром изыдем». Ну все, давайте прощаться. Помолимся. Спаси Христос, всех благодарю. Спаси Христос. Спаси Христос. Достойно есть якова и сего, блажи дитя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова ручную, сущую Богородицу-то величаем. На, Тихоныч, молитесь. Любящий наш Отец Небесный, мы предстали перед Твоим величием и просим, прости, в чем мы погрешили и в этот вечер. Исполни нас благодати Духа Святого быть ревностными, не теплохладными. Даруй доброго правителя России на этих выборах, ибо мы не знаем, что за этим скрывается. Научи нас ценить мир и дай его Израилю, Иерусалиму, Сирии, России, Украине, где война идет. И научи нас ценить и беречь мирное время. За все тебе хвала, слава, честь и поклонение. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.